манит, да, или как оно там называется. Да, и это что они вообще на космическую цену не расценили. Знаешь, что на этом можно заработать. Кто в свое время, когда это все началось, начал нет, это все? Кто вовремя, да, стартанул. Да, и сейчас, я думаю, если вложиться нормально, то оно окупится. Что временно. Показывали, как люди целые помещения забивают серверами этими, что и охлаждения никакого не хватает. Надо хоть электричество окупает свое. Не, ну не так быстро, но я думаю, окупается оно все, да. За счет этого, что выросли цены на элитарных, что дешевые выйдут ранее.